Больше 250 спортсменов из 7 регионов СКФО. Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан и Северная Осетия. На коврах напряженные схватки и яркие победы. Первенство по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет стартовало сегодня во дворце спорта «Манеж». У многих из юниоров за плечами уже есть победы в крупных соревнованиях. Я занимаюсь греко-римской борьбой в Кабардино-Балкарской республике. Я участвовал на первенстве Москвы 2 раза. Там первым стал. На первенство СКФО 5-м стал. Сейчас уже 2 схватки выиграл до 18 лет. Северную Осетию на первенстве представляет 22 спортсмена. Настрой у атлетов лишь на победу. На этом турнире я надеюсь только на золото и поехать на Россию. Я занимаюсь 5 лет греко-римской борьбой. Это уже 4-й турнир СКФО, в котором я участвую. 1 схватку выиграл, в 1/4 финала вышел. Я выступаю в весе 51 килограмм. Мастерство спортсменов оценивают в 11 весовых категориях от 42 до 120 килограмм. Турнир для юниоров – отборочный этап. Победители смогут принять участие в первенстве России, которое пройдет в марте во Владивостоке. Накал серьезнейший. Очень яркие поединки у нас уже прошли и ожидают быть. Бескомпромиссная борьба. Как-никак, все мы в курсе, что вольная, что греко-римская борьба является основной кузницей медалей именно в спортивной борьбе. Несмотря на то, что в греко-римской борьбе география развития этого вида спорта более обширная, нежели вольной, да, но, как-никак, именно по юношам наш округ всегда достойную оппозицию представлял всем регионам. Мало того, хочу сказать, что по юношам он занимает вполне себе лидирующие позиции. Почетным гостем на открытии первенства стал председатель парламента республики Таймураз Тускаев. Он отметил, что турнир СКФО – серьезный этап в спортивной жизни юниоров. Северная Осетия – это республика с очень большими спортивными традициями. У нас выдающиеся победы и на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. И вот эти соревнования тоже еще один вклад в развитие физической культуры и спорта, еще один вклад для того, чтобы наша молодежь росла сильной, воспитанной и побеждающей. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта Республики и спортивной школы Олимпийского резерва имени Хасана Бароева. Наши ребята прошли достойную подготовку. Ну, есть в основном пока идут с победой. Ну, были пару встреч, где уступили ребятам соседних республик. Но хочу еще добавить, что только что вчера мы прилетели с чемпионата России. И на чемпионате России по взрослым основные титулы чемпионов России завоевали Северокавказский федеральный. То есть у нас зона очень сильная и отбор тяжелый. Поэтому будут много интересных встреч. Турнир продлится 2 дня. Завтра определят победителей и призеров. Алина Хасяева, Михаил Безуглов, Вадим Панченко. 15-й регион.